Диаскура арсабрада абас хидзис измо атриптиха ринахыс амилатшт библиотека тзикваруак арпшцойт. Атурых вазхязарпшвауусум тахамта дуны хапхядзойт хазгвейтит амилатшт библиотека айхабы Борис Чолария. Era автор идеги Айхаба культура министра Хадара Ядзби Тариуза Агуана Гаранукала Адгалар Артарц. Арақ айт клоусум такойныз кезев шуксайнаркны япца зроб дарарчы диаскура арийры иртахары арпшуп. Лангала хамтаду хазы арзет ри хинкарат библиотека хумпада бризагуана гарасынуп ярпшсот. Назги Агазара, Ятава библиотека, Избузики, Ргуяхопхан, Згуяну. Приехал, Зиграбхаца, Ривиза Хамта, Хасас, Хасас и Таупхан, Ясвер Стаху. А триптихах за пандемия зензеяд халадзам диаскура арсабрада дача турых каму пуя усум таха пызда зарчеве и хочракан пияуэйт. Так как я уроженец города Сухума, родился в 60-е годы, мой отец в тот период времени работал на спасательной станции подводником. Он там чего-то плыл, и в песочке какие-то череночки ему приглянулись. Он их собрал, их было несколько. Единственное, я помню, то, что он пришел домой, показывал какие-то черенки, которые уже, это с его слов, а не с моих, чем-то напоминали не на кувшин и не на тарелку, а на какую-то маску. Когда я решил сделать более значимую персональную выставку для Абхазии свою, мне пришла в голову идея, почему бы мне бы представить не просто картинки пейзажа, а сделать что-нибудь такое конкретное, полезное для моего города. Абсна культура министр Рейхамилат библиотека Ирхан Пихаусум та автор Ахатрчуква Иртейт. Амразерандиабха Саида Гуха, Абсуателехуапшра.